Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Видите, что делаю? Я соберу помидоры прямо с моего огорода. И хочу приготовить сегодня. Я выберу самые хорошие, большие. Приготовлю хорошие сегодня чахубили. Вот. Помидоры очень красные, спелые, классно. Помяну, выберем. А эти зеленые, я думаю, все, уже поздно. Они не покраснеют уже, поздно будет. Здесь сделаем тату. Тату по-армянскому. Тату там заготовка закусочная. Огурцы еще есть немножко. Так, еще, кстати, базилик соберу. Помидоры еще больше соберу. Сейчас сначала выберем базилик тоже. С чахубили очень вкусно будет. Базилик у меня еще осталось, но пока хватит на несколько дней, может еще месяц протянет. Те надо выбирать. Листья можно собирать даже. А потом пойдем собирать паприки. Ну, помидоры еще я добавлю, это не все. Ой, запах уже цветов. Запах какой хороший. Ну, это одинаковый сорт. У меня паприки есть хорошие. Я выберу вот такие паприки хорошие с моего огорода. Ну, помидорчики собрал, теперь паприки. Еще паприки. Окей, все, хватит. Давай, все, хватит. Дорогие мои подписчики, сейчас я продолжаю приготовить чахубили, что я буду вам знакомить с овощами. У меня овощи, видели, я собрал с огорода, помидоры, острый перец есть у меня, перец, вот такие хорошие перчики есть, специи есть у меня, молотый перец чили, красный, молотый, но это полумолотый, а это молотый, и хмели сумели, и кулинарный оливковый масло, ну соли естественно, лука, петрушка и базиликовый мамаджан. Это вопросов нету. Базилик я собрал с огорода. Остальное все, вот, все. Так, у меня вот хороший кролик для чахубили. Я буду делать чахубили с кролика. Пока, чтобы у меня доска не стала, чтобы не почистить потом, я ставлю на полу. Это уберу в сторону, наш кролик. У меня почти 800 грамм кролика. Очень хороший, свеженький. И я начинаю приготовить овощи с овощами. Вот, сначала разберемся с овощами, что у нас. Паприки, все, я промывал, они даже еще мокрые. Вот видите, что имеет хорошо, что в огороде у меня все есть. Я сейчас просушу немножко их. Чтобы чистить помидорчики, шкурочку снимать, я сначала уберу это все. Окей. Побольше будет помидоры, чтобы сочно, вкусно получилось у нас все. Вот и все. Так, это знаете, пожалуйста, делайте по расчету. У меня здесь где-то... И сейчас на помидоры я заливаю кипятком, чтобы шкуру можно быстрее снимать. Вау, ой, подожди. А, все. Я оставлю немножко и сейчас шкуру я уберу. Все, сейчас быстренько помидоры будем чистить. Видите, как быстренько. Все, кипятком залью и без проблем. Какой хороший запах дает с горячей водой. Посолить и кушать сразу. Окей. Теперь почистим паприки, короче, на кило 800, так, не, сейчас 7 штук помидоров, хороший свежий, среднего размера, свежий паприку, сразу же почистим, острый делайте по вкусу, я, например, взял 1, 2, 3 острый, но если сильно острый, я не добавлю все, конечно, острый всегда по вкусу. Есть некоторые люди, что кушают острее, есть, что не кушают острее, так что это выбирайте сами, пожалуйста. Ну, готовьте со мной. Очень вкусно получится.
гарантия дает. Мы попробуем перечили, насколько он острый. Слабо для меня. Нормально. Острый. Вот так и режу. Но это две у меня маловато перечили. Я сделаю побольше. Вот режьте такие кольчики. Я сказал, перечили, пожалуйста, делайте по вкусу, чтобы потом меня не ругали. Для рецепта жжешь, почему сказал много. Но это по вкусу, конечно. Так, я еще одну сделаю. Три штуки у меня. Пять штук. Паприка нормальная. Семь помидоров свежие. Но они все свежие у меня. Вот у меня шесть головок луковица есть еще. Средний. Луковица побольше. В чахобили надо побольше лука, чтобы вкус был хороший. Вкус, очень хороший вкус получится. Я сам с утра с аппетитом ждал, когда буду приготовить. Так, я лук порезал уже. Теперь буду резать паприки, а в конце буду резать это, помидорчики. Паприки тоже. Полковцы. Дорогие мои подписчики. Это, знаете, да, чахубили, наверное, готовят миллионы людей, очень много людей, и каждый готовит по своему рецепту. Такого не бывает, что всегда все готовили одинаково. Я знаю, что в комментариях будут писать: Жорж, надо было то добавить, то добавить. Я готовлю то, что я знаю, пожалуйста, поймите меня правильно. Ну, главное, знаете, что готовить вкусно. Вот это самый главный ингредиент для еды. А так у меня есть соответствующие ингредиенты, и главное, все будет хорошо. Так что, ну, кроме моих подписчиков и гостей моего канала тоже. Ну, готовьте со мной тоже. Вам очень понравится рецепт. Теперь будем резать помидорчики в кубиках. В кубиках тоже это не важно, потому что помидоры будут развалиться все равно. Они так не останутся в кубиках или так, ну, чтобы аккуратно был в кубиках, пускай будет. Вот. Теперь буду резать петрушку. Так, у меня помидорчики готов. Лук порезал, паприку резал. Теперь петрушку, свежая хорошая петрушка. Если кто-то хочет по вкусу кинзу или укропа, пожалуйста. Это ваш выбор уже, но я выбираю петрушку из свежего базилика с моего огорода. Ох, да. Вкус хороший, обалденный запах. А, и вот и наш базилик. Это уже такой базилик есть, даешь в чахобили, так вкус получится. Ну вот так, измельчаем. И все. Теперь обрабатываем кролик. У меня он помытый, почистили, все делали. Вот эту лишнюю, что я снимаю, и к делу. Теперь снимаем легкий. Не, не легкий печень, это легкий, вот там маленький видно. Вот, печень в сторону. 1 кило 800. Вот сердечку не будем выкидывать, конечно. Сердечко это вкусно будет. А легкий не стоит. Не хочу. Теперь почки оставляем на месте. Теперь будем резать по частям наши кроличики. Вот. Вот. Это многовато, да? На две сделаем, потому что... Вот это отдельно снимаем. Вот чахубили будет. Ой, мамаджа, что получится? Представляете? Вот мой самый любимый место, где я люблю с кролика. Я чахубили с кролика ел в Армении в одном из ресторанов. Я там и влог делал, снимал видеоролик. Мне очень понравилось. Ну, в детстве я держал много кроликов, кстати.
Мы ели часто. Я очень люблю кролика всегда кушать. Но дети у меня не кушают. Они жалеют кролика. И они... Тем более тата Вика говорит, папа, жалко кролика, не кушай. Ну что, люблю. Для чего они? Бог создал это для нас. Теперь это все сюда, дорогие мои подписчики, джан. И пойдем уже приготовить. Это будем приготовить в казане. Все это берем с собой и пошли туда. Я уже заводил мой казан. Вот. Так, я правильно, хороший тяга нет, но когда начинает гореть дрова, все хорошо идет. Ну, я хочу резать из моих подписчиков. Мне дали хороший совет, но времени нету. Я буду вырезать дырочку побольше, чтобы казан пошел вниз. И сделаю несколько штук треугольных. Здесь это тоже из моих подписчиков посоветовали, потому что я с казаном не использовался раньше. Не знал это, как это делать. Сделаю такие вырезки треугольные, и все, и тяга будет, и все будет. А так возле Дима стоять и готовить, это приятно же. Все, теперь у меня греется казан хороший. Видите, как я хорошо держу его. Это мой голубчик. Этот казан мне подарит много еда еще. Все, ровно. О, у меня казан уже хорошо нагретый. Я сначала буду почти поджарить мясо. Оп, слышно. Потом масло добавим. Не хочу много жира делать, короче. Печень оставлю потом. Пусть покрасит. О, красота получится сейчас. Во-во-во-во-во. Конечно, получится хорошо. Подсолить пока не будем. О, так шашлык получится. С двумя сторонами поджарим, чтобы красный красиво стал. Вот что мы превратим с кролика сегодня. Вот теперь мы немножко, много не надо, чтобы жирнее не было. Добавим кулинарное оливковое масло. Видите, немного. Все, Джорджио. В первую очередь мы сюда добавляем помидорчики. Пока водички не будем добавлять, потому что помидор достаточно соки дает. Теперь минут 10 я тушил с помидорчиком. Теперь добавляем луковицы сюда. Вот, Джорджио-джан. Мне нужен лук, немножко порезанный лук в конце еще. Еще пусть томится еще минут 10 с луком тоже. Теперь сюда болгарский перец и перец чили вместе. Зелень это потом, конечно. И все, немножко оставляем это в конце. Ну, в основном перец чили сейчас кидаем сюда. А немножко порезанный перец и луковица это в конце оставляем. Это мне нужно будет. Теперь закроем крышку и подождем минут 5. Теперь посмотрим, что... О, класс, 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 класс. Ой, джон. Супер. Сейчас добавляем специи. Специи у меня сразу я туда добавлю лавровый лист, несколько листьев. Добавлю. Вот главный специй к нему. Хмели-сумели. Вот, два хватит. Ну, чуть можно больше. Ну, вкус хороший, потому что для цвета и молотый перец, и немножко полумолотый перец чили, чтобы не был слишком острым. А чеснок остальное будем добавлять потом.
Сейчас добавим соли тоже сразу. Ах, запах пошел, пошел. Какой запах пошел. Вот такой цвет получилось, обалденно. Лайна можем. Вот. Сейчас соли добавим. Раз. О, больше два. Три хватит. И чуть больше даже. Ну, соли по вкусу, конечно. Может, посмотрим, как получится. Потом добавим. Если нет, ничего не будем добавить. Как у вас красиво смотрится. У меня сейчас огонь медленный. Да, я забыл сказать. Огонь уже медленно идет, чтобы хорошо по чуть-чуть зависать. Я сейчас добавлю где-то немного, около максимум 300 миллилитров водички. Хватит. Теперь закрываем крышку где-то на минут 15. Минут 15 закрываем крышку и трогать не будем. А потом, через 15 минут, там буду добавлять свежей зелени, чеснок. И там немножко я оставил паприку и это для бы, чтобы хрустящий луковец и паприка был у меня в чахотуре. Вот и все. Видите, как медленно уже варится он. Все, закрываем крышки и ждем. Теперь я приготовлю 4-6 зубчиков чеснока. Окей. Но когда добавляем, максимум минут 5 и снимаем с огня чахобили, чтобы аромат чеснока остался. Осталось чуть больше. И отрезаем такие куски, измельчаем. Зелени. Это паприка. Почему у меня осталось, не знаю. Зелень, я сказал, у меня петрушка и базилик свежий. И оба свежие, конечно. Вот и чахобили. Вот и чахобили. У меня медленно варится, да? Я сказал, что медленно. Огонь очень медленный должен быть. Общий итог где-то минут 50 варится. Еще 5 минут и достаточно. Все, перемешивали. Закрываем крышку еще 5 минут и все. Опля. Вот ты мой красавчик. Все. Он говорит, что я готов. Жорж, кушай уже. О, супер. Все. Я наливаю. Видите, от косточки отошел уже. Даже косточка ушла. Окей. Вот этот сок. Этот сок уже все. Все. Снимаем с огня. И все. Пойдем покушаем сейчас. Теперь я налью белого вина, виночка, вино на хорошее. С чахобили хорошо идет. Вино французский, это не важно какое. Сейчас я попробую, как у меня получилось чахобили. А я пробовал немножко, но очень вкусно было, очень-очень вкусно. Да, нет, сейчас я беру лаваш, вот так. Прямо руками. Ну, вот, правильно, руками вкуснее. Вот так сделаю и все. Это меня не хватит. Я два раза буду. Классно получилось. Оценки? 10 сюр 10? Ну, плюс. Плюс к 10 сюр 10. Потом они. Сейчас посмотрим, как у нас мясо получилось. Ну, это как красиво. Варился. Отлично, дорогие мои подписчики, готовьте со мной, не пожалейте. Честное слово, даю вам, что вкусно получилось, очень вкусно. Спасибо за просмотр моего видеоролика. Я уже давно не выпил за ваше здоровье, теперь буду пить. За ваше здоровье, именно за ваше здоровье, дорогие мои подписчики. Будьте здоровы всегда и мир вам. Спасибо. До свидания, до следующего видеоролика. Не забудьте ставить лайк. До свидания.